Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про этот скутер. Данный скутер называется Valteca Trike. Он имеется в 4 цветах: красный, белый, синий и черный. Вы можете его приобрести или взять в аренду, если вы находитесь в городе Саки. Этот скутер является самым быстрым скутером из всех, которые предлагают в аренду в этом городе. Он развивает скорость максимально 40 км в час, и на нем вы можете проехать 50 км. Заряда хватает, то есть намного. Вы можете доехать на нем на море и обратно. Здесь у нас имеется газ, тормоз передний, а с левой стороны тормоз задний. Имеется задний ход, фары. И если вы двигаетесь задним ходом, то тогда у вас включается звуковой сигнал. Ну, в принципе, по желанию можно отключить этот сигнал. Кстати, он электрический. Когда вы на нем ездите, вам не нужен шлем, вам не нужны права водительские. То есть, в принципе, на нем может ехать любой человек. Я знаю шейников, спинальников, которые ездят на нем, ну, также и ходячие даже люди. В принципе, это уместно, потому что это даже напоминает больше транспорт, чем именно инвалидную коляску. Ну, также вы на нем можете спокойно, в принципе, поехать на процедуры, заехать в кафе, в магазин. При покупке данный скутер могут доставить в любой город посредством транспортной компании деловые линии. Например, в Крым доставка будет составлять 6 000 рублей. Данный скутер очень маневренный. Я когда сидела на нем впервые, мне было довольно-таки страшно, но когда я возвращалась с прогулки, уже страх мой был преодолен. И когда я вот сегодня, например, я села на него уже второй раз, и мне уже абсолютно нет никакого страха, я чувствую себя полностью как в своей тарелке. И сейчас я вам покажу, как я еду на этом скутере. Вы посмотрите, если вы захотите его приобрести, то тогда могли бы вы написать мне личное сообщение в социальной сети. Я вас веду с хозяином. Все у всех будет хорошо. Так что вам спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока! А все жду тебя, сижу и жду тебя. Ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты целуешь меня, а еще да, я банальная, да, такая, как все. А ты не такой, ты другой, и с тобой себе я позволила верить в любовь. Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Я просто б закрыла руками глаза.